Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами проходить Dark Messiah. У нас миссия вот сюда пройти, к кристаллу, да? Что ты тут, колдуешь, женщина? Что ты делаешь здесь? Привет. Сара, да. Все получилось. И чё? Храм захлестнул энергия. Я чувствую, что горы могу свернуть. Да? А меня ты свернешь? Для начала дверь. Давай заберем дверь, и будем уже давай. Сунь остатки своего гнилого носа в наши дела. Только действительно. После вас, смелый герой. Давай, открывай. И чё? Чё-то ничего не происходит, женщина. Блять! Это кто? Ебать, с одного удара! What the fuck-и-чики-быка-чики-пики? Чё за херня? Откуда вы взялись-то? Ты хотя бы сказала, что там сейчас будут нас бить, я откуда-то знаю. Чё за с одного удара? У меня сейчас серьезно? Или у меня жизни нету? Ты чё, с одного удара? Я чувствую, что горы могу свернуть. Честно? Иди сюда, дура. Свороти-ка для начала дверь. Давай заберем череп и будем уже далеко-далеко. Подожди, не понял, какого хрена? Носа в наши дела. Только после вас, смелый герой. Какого хрена, короче, это? С одного удара-то? Тихо! Решетка застряла. Что делать? Нужно больше энергии. Чё тебе? Попробуй проскочить, как только я ее подниму. Так, я проскочил. Этажки в одной клетке. Как удобно. Ой. Саров, найди... Лина! Жаль, что ты встала на моем пути, девочка. Ты способная колдунья. Увы, ты выбрала не ту сторону. Мне так жаль, милый. Но ты никак не мог ее спасти. К тому же, между нами, она все равно была тебе не пара. Забудь о ней, беги! Беги, беги, щадя! Сука, заткнись ты! Я до тебя еще доберусь. Да-да-да-да-да. Как обычно. Сука. Вот ты ублюдок! И тащи еще подпёздывает, сучка! В башке моей грёбаной. Алтарь черепа, глава 6. А новая жертва, Лина, я оставлю за собой горы трупов, как друзей, так и врагов. Я не смог остановить Арантира, я знаю, что ему нужен череп. Значит, я не могу позволить ему получить его. Выяснить бы, на что им всем этот грёбаный, ёбаный череп. Окей. Чё за демоны были, которые вырубают с одного удара-то? Найдите череп. Статуя паука. Подойдем поближе. Там наверняка есть надпись. Где? Вот это чё? Блять! Ты чего? Его надо разбивать? А кто мне сказал? Так, что-то до хера противоядия, не кажется? Чё, ничего нет? Текстурка? Нет, не текстурка. Смотри, статуя паука. Подойдем поближе и узнаем, для чего она служит. Да я просочиться не могу так-то. Пока что. Как там? Это не прикол? Не, не прикол. Так, блин, а эти упыри вообще какие-то неадекватные. Что за херня? Как с ними работать-то? Они жесткие, ты чё? Их там... Это их там много. Хедшот, бич. С одного удара? Серьезно? Где ты там? Дай свою бошку. Блин, так неудобно. Да перестань ты молотить. Блин. Сука. Выйди сюда на честный бой. Ладно. Мне не видно.
Да ну хедшот же, бич. Да ты какой жирный. Зомби какие-то, что ли? Этот живой? Получается. Потому что они что-то исчезают, испаряются. Да нихера ты. Мощнявый ублюдок. Пошел нахер. Все? Блин, вот эти кинжалы, они сейчас светятся перед глазами. И хреново очень с ним бегать, потому что они перед глазами светятся, ничего не видно. Так, сюда не пойду. Подожди, потому что там могут либо закрыть, либо придавить, либо что-то еще. Где мой кру... Что это? А, бетонголка. Его сердце было вечно предано седьмому дракону. Будь проклята память о седьмом драконе. Что ты чувствуешь, Сарев, зная, что он сделал с твоей семьей? Блять! Тихо! Зомби отравляют! Как так-то? Сука, он меня отравил! Быстрее, противошмядие! А, сучка, ты еще там где-то кто-то? Ты падла! На! Блин, так прикольно! Еще что ли? Блин, можно же было это уронить. Ну, как всегда. Кто там урчит, у кого в животе? Можно же было это уронить просто на них и не драться с ними. Опа, противоядие. Стой, 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 куда ты пошло? Тут есть что? Не вижу. Нет ничего. Блин, натуре можно же было это уронить. Вариант. Ты что делаешь? Да, дурень ты. Залез, хорош, красава, и чё? Тут что-то можно пошариться, тут есть сундучки. Хорошо, окей. Не сильно. Блин, что-то полетело. Как мне туда попасть? Окей, я понял. Тихо, нужно все собирать. Потому что мне все пригодится. И вот это. Куда ты залез? Блин, он разбивает их так, что они просто разлетаются. Да подожди, ты не лезь. Тут ничего не упало. Сверху, например. Тут же что-то падало, нет? Ладно. Да и чё ты не цепляешься-то? У меня дурень, короче, какой-то, а не персонаж. Да что ты не это самое? Ну, блин, ты можешь нормально хоть раз сделать это? Какой ты тупорылый, блядь. Спасибо, блин. Это ж было так сложно. Что это? Целебное зелье, окей. Противоядие пойдет. Ты чё шумишь? Все? Окей. Чё за звук был? А, кстати, я там что-то поднял. Стоп, а я ж поднимал какой-то меч. Или это то же самое, что у меня уже было, например? Один... Вот эти, что ли? Так, не, подожди. Нет, это то, что самый первый. Нахрена они вообще мне нужны? Я что-то поднял вот тут только что какой-то меч, и его почему-то у меня нету. Или это тоже тот же самый, что, например, вот это был, да? Кровопийца, может быть, это был? Блин, я что-то не прочитал. Ну, вроде у меня ничего нового нету. Поэтому... Поэтому это было то же самое, окей. Спасибо, игра. Что ты мне то же самое даешь, которое мне нахрен ничего не надо. Окей, ладно, пошли.
Нету никаких секреток. Привет. Блять, я чуть не обосрался даже. Че за херня, блин, с вот этими шипами, которые даже... Их на полу не видно. Почему мой герой не видит ловушки? Я же вкачанный, блядь, на эту штуку, чтобы видеть всякую херню. Почему ты сдох сейчас? Вот и где? Блядь, это так весело. Прикольно, вообще классно. Вот это мне прям интересно. Да, нравится. Зашибись. Какого черта, блядь? Там что-то есть? Потому что здесь одна выше. А хотя, что там может быть, если я там был? 7, F6. Спасибо, заебу, блядь. Хорошо, может быть, тут сбоку можно обойти как-то? Спасибо. Тут что, проход? Противоядие. Чё? Да спрыгни ты. Какую-то штуку подрезал. Вы нашли кристалл лунного шелка. Вернитесь к статуе паука. В смысле, вернитесь, кстати, я там что, был? Я ж там даже не был. Привет. Я ж возле статуи паука даже не был. В чем прикол? Чё меня тут блочит-то? Ну и чё, ты туда не можешь залезть, что ли? Там же вон что-то есть, нет? Ладно, а где-то эта статуя паука, как я к ней вернусь-то? Ой. То есть тут как-то нужно выбраться или чего? Так, ладно, я сюда луком-то смогу залезть, а дальше? На всякий случай. Так, а дальше-то я не смогу вылезти? Выше-то. Никаки. Ну и чё? Так, опять невнятная загадка. Угу. Залезь. Никого. Сохраниться. Прямо на веревке. Выкинь. Ты нахрена так ману-то бьешь? Вон там. За дверью. Чувствуешь? Ты кончаешь там, что ли? Чтобы войти в склеп, вложите кристалл лунного шелка в голову паука. Чтобы войти в святилище черепа, найдите 3 камня. Сердце матери, что покоится в гробнице падшего пророка. Душу Карги, что лежит в гробнице того, кто развязал войны крови. Глаз девы, убери, блядь, не вижу нихуя. Что находится в стене склепа, спасибо. То есть мне нужно еще 3 камня плюс найти, это еще не конец. Это серьезно? Ну ладно, вставляем. А что там тебе вставить-то? Вот сюда? Привет. Нифига ты мощный. А ты долго так-то будешь, алё? Это очень долго открывающаяся дверь.
Почему ничего нет? Ах ты, сука. Лежать. Сука, кинжалы охуенные. Только они с-под земли, эти ублюдки, вылазят. Ничего. Улучшенный шелк... Ой, меч Наги? А это как тут оказалось? Стоп. Катана. 6 курон, 4 шанса нанести критический удар. Ну это херня. Критический удар нам не нужен. В принципе. Ну да, я там вроде брал какую-то еще мечаку, но он что-то... Блин, ничего не вижу. Тут можно выбраться наверх. Вау. Вау. Опа, что-то есть. И нахрена это? А, это секретка? О, а я могу отсюда стрелять. Зелье полного исцеления. Да, не закрывай ты, может там еще что есть? Я бы лук, если бы взять себе вот этот, который отравляющий, было бы прикольно. Прям в шею. Да, когда они лежат, их нельзя бить. О, не понял. Так, а на них ничего нельзя уронить? Че, ты обиделся, что ли? На, бошку с плеч. Хе-хе. А че их нельзя бить, когда они лежат? Смотри. Нельзя в натуре. Так, короче, нужно чуть повыше стрелять. Вот, нормально. Присядь. Худжо! Худжо! Да блин, он что-то мощный, стойкий пацан. Куда ты ушел? Стоять! Вставай! Потому что так не попаду. Попал. Да он что, живой? А, не, не живой. На. Куда-нибудь. Короче, так проще их бить, потому что... Они как отравят! Где я? Сука, не упал, спасибо. А ты еще что ли, четвертый? Не понял сейчас. Это кто их там рожает? Это сейчас кто? Это кто рожает-то этих упырей? Как мне вернуться-то назад? Как назад-то вернуться? Он не хочет. Ну вот, я присел. Спасибо. Попал? Странно. Короче, нужно на нижнюю точку целиться. Вот так нормально. Главное, чтобы их там не рожали, а то это плохо будет. Вурдалаки? Это гончая Рантира. Должно быть, они учуяли дорогу сюда. Ты вурдалак. Лежать. Лежать, говорю, сука. На! Жесткие кинжалы. Тихо, не делайте резких движений. Выпрыгни! Я застрял. Так, а тут можно что-то поверху полазить, я вижу. А что он не цепляется? Он же может залазить. Ха. Смотри. Оу! Давай. Нет, не... И все, что ли? Один грибок? А еще можно? Так, там как-то наверх нужно еще выйти. Я вот это что? Вот это я здесь был? Или нет? Что ты тут тащишь-то? Камень? Нет, подожди, я здесь не... И как мне, чтобы назад потом вернуться? Я молодец, залез.
нужно аккуратненько. Опа, еще один грибок. Ни в кого там не попал. Случайно. Так, там вурдалаки какие-то горит. Подожди. И как это работает? Веревка. Вот эту штуку мне нужно скинуть, чтобы... Так, а подожди. Я ж с лука не попаду, правильно? Потому что здесь нельзя с лука попасть. Можно, блядь. На нахер. На нахер, горит. А ну-ка уйди. Это у меня персонаж немножко неадекватный. С этими всеми приколами его. Которые прыжки вот эти все. Хм. Так, ну вроде прыгает пока. А-а-а! Серьезно? Зачем я только сюда иду, непонятно мне. Здесь просто один кувшин, в котором ни хрена нету. Вот я же сказал. Ну ладно, мне к гоблинам туда! Ух. То есть можно так сделать или нет? А нельзя. Так нельзя. Что я сделал? Не ту кнопку нажал. Так, сохранились. Выкинь лук. В смысле, не выкинь, а. Так, вот эти ублюдки мне не нравятся вообще ни разу. Я не вижу ничего из этих кинжалов. Ну где ты там? Хера себе. А может ты его убьешь? Дебил! Блять, ну вот вы хотите сказать, что сейчас был ни косяк ни разу со стороны игры, да? То есть я два раза сделал мощный удар на трупе, и он его не убил. Но этот зато меня с двух ударов, сука, убил. Ну чё за, блядь, прикол? Ну ёб твою мать-то, игра, блядь, ебаная. Ты можешь нормально хоть раз сделать, блядь? Хоть разочек, блядь. Почему это не разбивается? Чё, разобрал, что ли? Ну вот. Что там такое? Здоровое. Кто там орёт? Блять, ты откуда, сука? Я же его заколол! А, они как трупы. То есть они не исчезают, да? Окей. Не вижу нихера. Будем потихушке. Блять, это кувшин. А где этот? Где? Куда делся? Куда зомби-апокалипсис делся? Блять. Вот так нормально. Так, разбил мне один кувшин. Молодец. Так, спокойно. Я буду потихой ходить, потому что все здесь очень сложно. Вот это как-то можно... Блин, да я так хожу. Фу. Ничего? Как так-то? Вот эти упыри жесткие. Почему ничего нет?
Где? Лежать. Да я ж тебя, блядь, убил. Да не вставай ты, заколебал, лежи. Хм, сволочуга. Фух. Так, убери нахер, а то они меня... они клевые, но они бесят. Ебать! Я застрял, блядь. Да. Что ты там делаешь? Так, там три штуки идет. Заебись, просто заебись. Сколько было жизни, от за одного удара убили, блядь. Да, прикольно, прикольно. Здесь, блядь, ну реально, игрушка кривая. Мне, как сказать, насчет этого она мне не нравится. Вот то, что она кривая, блядь, такая ебанутая. Ну и как эту штуку мне сбить? Ой, кошмар какой-то. Давайте. Тихо. Пошел нахер. Осмотрелись. Где я? Еще один жив. Ха! Хорош. Сука, сволочи такие, эти ублюдки вот эти... Как их называют? Это зомби. Прям реальные сволочуги. Ничего нет почему-то. Закрыто? Я не могу взламывать замки. Вот вам и прикол. Хотя там я не думаю, что там что-то полезное есть. Я застрял. В ебаной крышке. Нормально, через крышку заколол. Там три гуляют. Что тут у вас в гробнице? Нихера? Что-то есть, только я не могу туда залезть, блядь, как обычно. Без комментариев. Просто без комментариев. Просто реально, блядь, без комментариев. Блядь, эта игра ебанутая на всю голову. Нравится, блядь. Где этот ублюдок? Ебанутая игра. Просто ебанутая. Тут ничего больше не скажу. Второе слово, то есть второе погоняло этой игры, это ебанутая. Потому что это пиздец какой-то. Реально пиздец какой-то. Ты откуда, блядь? Сейчас.
Почему их тут двое? Ты где же третий? Откуда третий взялся еще? Еще и отравил меня, блядь. Охуел? Откуда ты взялся-то, блядь? Откуда третий? Я их не пойму. Он их не закалывает или что? Я так понял, он их просто не закалывает и все. Он типа как происходит вот это убийство, но он, блин, он сука, его не закалывает нихуя. Это настолько тупо, блядь. Фу, ёб твою мать, вот это хуйни кусок. Пиздец просто. Сука, сдохни уже, пожалуйста. Спасибо. Не сдох. Класс. Добивание здесь работает, я вижу четко очень. Добивание работает. Нахуй. Добивание здесь четко работает, ничего не скажу. Прям так, как нужно, так и работает. Да. Понятно. Может, ты упадешь? Нет, еще 4 зомби. Просто из ниоткуда. Отравленные Крис. Ты спасибо, блядь! Еще! Сука, это пиздец. Отравленный Крис я все равно не могу взять. Спасибо. Признателен. Короче, когда характерный звук идет, что типа он умер, тогда он умер. Это не умер. А вот это умер. Что еще? Давайте еще мне 10 штук. Сразу же. Почему бы, собственно, и нет? Как вот эту штуку сбить-то? Серьезно? Он достает, но не сбивает. Ничего не понятно, ну да ладно. Почему эта штука не сбивается? Туда как-то можно попасть, можно вот так попасть туда. Блять, ну и тупняк. Ну реальный тупняк. И что, не упадет, что ли? А что, я там не забрал, что ли? Забыл. Все надо забирать. Да ебать. Короче, я понял, они бесконечные, окей. Зомби бесконечных, нет смысла бить. Так, а что я там, отравленные Крисы? Вот это, да? Угу, то же самое. Спасибо. Мне тут куда? Нет? Еще грибочки растут, хрен знает где. Смотри, сколько. Тут у нас есть бочка. Которые целебные зелья. Которые мне почему-то не надо. Уже. Так, мне-то куда? Сюда? Да чё ты там орёшь? Не хочу я с тобой драться, ты дурак. Им
Ничего не вижу. Так, не та кнопка опять. Гребаные зомби. Выход! Правильно же? Все, нормально. Прошел этапчик. Блин. Здесь как-то еще прокачка вот эта, блин. Нельзя вкачать то, что ты хочешь. Потому что очков реально. Ну, одну очку. Ну что я на одну очку тебе вкачаю? Ни хрена не вкачаю. То есть ты хочешь вкачать, например, вот это вот, да? Тут нужно аж 10 очков. Или, например, вот это. Не, вот это. 12. Ты в конце игры. Оно в конце игры уже как бы никому нахрен не нужно будет. Ладно, давайте на этом остановимся, в принципе. Вот здесь этап новый начали. Ну, вроде там ничего нет. Короче, все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Dark Messiah. Ну да, будет куча народу. Все, всем пока.